проезжая мимо поля. В прошлом году здесь был удивительный сильный урожай подсолнечника. А нынче, похоже, посеяли, тут они рожь или пшеница такая усистая. Вот она какая. И вот сколько подсолнечника, буквально все покрыто. Не знаю, что это поле. Интересная будет смесь такая. С удовольствием бы взял ее для голубей. Это подсолнечник. Ну, видимо, рожь или пшеница. Вообще, это было бы чудесно. Такая красота. Вот, ну, видимо, никак нельзя было по-другому-то. Вот. Сколько глаз хватает. Вот любят горы, Алтай, красота, горы. А что они горы дают-то? Поставил, посмотрел, ни шагу вперед, ни назад. Здесь куда хочешь езжай. Вот за горизонт. Все, скрывается, и все, поле, поле, поле. Лесополоса. Вот это одна, вторая лесополоса, там третья. А между ними поля и за горизонт. Идут только комбайны косят. Лучше Алтайского края, житницы Сибири, как ее называют, не встречал, по всей России проехал. Какие перепады, какие температуры, озера. Все растет абсолютно. В домашних условиях, то есть тут около себя и виноград растет, арбузы, дыни, это обычное явление. Растет. Да, рановато первый мороз ударяет. Вот полюбуйтесь. Вот такая смесь, на удивление. Дорога проселочная, я стою прямо на разъезде под степном, бывшем. И дальше вон там, где кусты, там селение разъезда было. Все изничтожено.